В минувшие выходные в Гранд-холле столичной прошла выставка «Лучшая свадьба 2018». На выставочной площадке всех посетителей ожидали дегустации от профессиональных кондитеров, показ тувинской традиционной и стилизованной свадебной одежды, прекрасные и незабываемые фотозоны от декораторов. Невесты смогли примерить свадебные образы от салонов красоты и мастериц свадебных украшений. Во время выставки проходила школа невест, где профессионалы своего дела делились опытом о том, как разнообразить ваш свадебный день и сделать его незабываемым. Самые активные участницы получили подарочные сертификаты и бонусы от фотографов, видеооператоров, флористов, организаторов и ведущих. В первую очередь мы, конечно, это мероприятие сделали для невест. Это возможность в одном месте познакомиться со всеми свадебными специалистами. Ну и не только свадебными, потому что жизнь на свадьбе не заканчивается, она продолжается. Это связано с детьми, это со здоровьем связано, поэтому у нас различные мастер-классы тоже запланированы. Выставка «Лучшая свадьба 2018» проводилась в уникальном формате, который включал не только формальное общение участников, но и расширенную деловую программу и мастер-классы. Впрочем, мартовская выставка не только порадовала будущих молодоженов полезными знакомствами с самыми востребованными свадебными специалистами, но и сами свадебные специалисты были рады общению, обмену опытом и обсудили, как в дальнейшем расширить работу выставки. Приятной новостью для всех участников и жителей Кызыла станет проведение следующей свадебной выставки в 2019 году. Оставляйте заявки на участие в Гранд-холле столичной.